Всем привет, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Я на играх 4-го тура чемпионата Полевского по волейболу. Сегодня, как всегда, состоится 3 матча. Я покажу вам игру команд, которые еще не попадали в мои обзоры в этом сезоне. Это будут «Тигры» и «Ветераны». Сейчас мы посмотрим за их противостоянием и пообщаемся с участниками. Вот перед матчем игрок команды ветеранов Андрей Шихов. Андрей Александрович, ну, главный, наверное, козырь вашей команды – это опыт. Чем-то еще будете удивлять соперников сегодня? Нет. Главное – стремлением, игрой, желанием играть. Чем еще? Это самое главное. Не всегда опыт вывозит, да? Вот с бесами вели 2-0, в итоге проиграли. Чего не хватило тогда? Чего не хватило? Азарта, может, какого-то? Усталость, наверное. Мы быстро устаем. Нам надо все в 3 партиях выиграть. Поэтому так вот получается, к сожалению. Тем не менее, даже молодым вы подаете пример, что в таком же возрасте можно играть до сих пор и хорошо играть. Ну, мы стараемся, надеемся, что потом они за нами вслед также будут играть. Вот и все. Самое главное у нас – также поиграть. Что вам дает вообще волейбол? Бодрость, игра, ну, это желание играть, встречи, удовольствие. Все. Очень равная первая партия, лишь в самой концовке «Тигры» вырывают победу 25-22. Вторая партия получилась не менее напряженной, и здесь снова «Тигры» сильнее, 25-21 на этот раз. Thank you.
третьей партии ветераны все-таки смогли одержать победу 25-21 и сократить отрыв по партиям 1-2. Берут ветераны четвертую партию 25-21, и счет уже равный 2-2. Для выявления победителя потребуется заключительная пятая партия. Тут будет играть до 15 очков. Ветераны, проявив недюжий характер и силу воли, вырывают победу 15-13, и все по партиям 3-2 в их пользу. И вот после такого драматичного матча игрок «Тигров» Денис Талашманов говорит: ну, удивили вас ветераны, потому что если смотреть, как они с бесами играли, там наоборот, две партии выиграли, потом проиграли, тут наоборот, нашли все силы вернуться. Ветераны, они удивляют вообще всегда. Никто их никогда и не недооценивает. Они на самом деле сильные игроки, они очень цепкие. И этот результат, это доказывает очередной раз. Я считаю, что игра была напряженная, и результат по игре. Ну, несмотря на это, у вас постоянно такой позитив в команде. Да, конечно. Ну, так и что расстраиваться? Мы же здесь не бьемся тут насмерть. Мы же играем ради удовольствия, и все получаем это удовольствие. Если мы будем просто нервничать и кричать, смысл зачем приходить? Ну, интриги сейчас закручиваются еще больше. Ну, конечно, конечно. Сейчас нам так вообще мы проиграли почти всем. Осталась одна игра, поэтому... Но мы все равно стараемся, играем. Ну, выходит так, как выходит. Еще второй круг впереди, посмотрим. На этом пока все. Сейчас за моей спиной разминается еще одна пара. Это «Бесы» и «Фортуна». О результатах их встречи, а также всех игр четвертого тура чемпионата по Липскому по волейболу я, как всегда, расскажу вам в ближайшем выпуске спортивного обозрения «Тайм-аут». Поэтому не забывайте подписываться на канал «Держатель микрофона». С вами был Максим Исаенко. До новых встреч, друзья!